Добрый вечер, коллеги. Начинаем послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер команды «Спартак» Борис Олегович Миронов. Пожалуйста, поделитесь впечатлениями об игре. Ну, хорошая игра после перерыва. Не все у нас получилось. То, что было запланировано сегодня на игру. Получили опять ненужное удаление, за что поплатились. С такой командой, как ТК, нельзя удаляться, потому что мастеровитая команда. Хорошо разыгрывают, наказали нас сегодня за ненужное удаление. А так, после перерыва, где-то эмоции захлестывали, были понятны ошибки, но первая игра после недельного перерыва, поэтому вот так сложилось сегодня. Спасибо большое. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Матч ТВ. Борис Олегович, концовка первого периода, две шайбы за три минуты пропустили. Понятно, что одна в меньшинстве. Тем не менее, вот это тоже следствие того, что недельная пауза была? Ну, тоже можно сказать так. Где-то чуть-чуть разбирали команду, допустили ошибку. Перед игрой все объяснили, как играет противник в большинстве. Поэтому, ну, где-то чуть-чуть, да, упустили концентрацию, думали, что... Период заканчивается, но за 5 секунд получили еще один гол в раздевалку по ненужной. Ну, вот такое бывает, это хоккей. Денис, пожалуйста, вопрос. Борис, вот достаточно такой активный, симпатичный первый период, и во втором как-то вот такое впечатление, что то ли силы закончились, то ли расслабились. Да нет, это второй период, длинная лавка, нужно правильно меняться. Если ты не успел поменяться, накладывать второе звено. Это обычное дело, игровой момент. Ну, так сложилось, что где-то не успели поменяться. Плюс, я говорю, удаления ненужные. Играют одни в меньшинстве, в большинстве другие. Поэтому где-то поднаелись, подустали, но потом выровняли игру. В третьем показали уже хорошую игру. Должны были забивать два голевых момента, не забили. Поэтому так сложилось. По Никишину 4 матча на Евротуре, сейчас матч как молодой, справляется, здоровье позволяет такую нагрузку выдерживать? Ну, тяжело, конечно, вы же видите, вчера только прилетел уже ночью из сборной, конечно, я бы по расписанию не делал так, потому что человек сыграл за 6 дней 4 игры и тут же сразу в бой, ну, как-то тяжеловато, конечно, любому, это молодому или уже возрастному игроку. Как-то надо смотреть расписание, подгадывать, чтобы хотя бы один день был до игры, чтобы человек мог отдохнуть. Тяжело, ну а куда деваться, что есть, то есть. Спасибо, будут ли еще вопросы? У нас есть журналисты в Zoom. Коллеги, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Да, есть вопросы. Здравствуйте, Борис Олегович, Медведев-Кукеру. По поводу Витина, устраивает ли вас его игра и статистика 16 очков, 31 матч, устраивает вас его показатели? Ну что значит устраивает, вы такие вопросы задаете. Вертонин старается, не все получается, понимаете, человек в чужой стране, другая лига, нам нужно время как-то. Поэтому, ну, он и там не особо был суперзвездой, суперснайпером, поэтому есть у него запас, мы разговариваем с ним, думаем, что он будет от игры к игре прибавлять, не всегда все получается, но, опять же, надеемся, что будет прибавлять от игры к игре. И второй вопрос, что смотрели судьи в концовке матча, вот, в моменте удаления Тимпанина? Что еще раз? Что смотрели судьи в конце матча в эпизоде с Кемпайном? Ну, я первый раз, правда, в моей карьере же просматривали. Странно как-то, я поэтому спросил. Но они хотели убедиться, что там реально было удаление. Но это решение судей, они имеют право на это. Поэтому мы не вправе оспаривать что-то. Спасибо большое. Спасибо.